Республіканская акция «Наши дети» протягивает дарить радость детям, которые трапили у непростые жизненные ситуации. Со святом и подарунками у социально-педагогический центр Кастрычницкого района Могилева завітали представники Митного комитета Беларуси. У Могилевский социально-педагогический центр трапляют дети от 4 до 14 годов, батьки которых отримали так называемый выпробовальный термин, чтобы доказать, что могут склопотиться об своих детях. Зараз на попечении центра 23 дитяти. И тут завсёды радые гостям. Святочный концерт отримался довольно ярким и теплым. Сюрпризом для выхованцев стали Дед Мороз, Снегурка и клоунская компания. Было все очень супер. Мне понравился клоун, Дед Мороз. И вообще все было очень шикарно. О чем вы мечтаете в новом году? Я мечтаю, чтобы я поскорее вернулась домой и чтобы у меня была семья. Ну, я мечтаю тоже, чтобы у меня была семья, чтобы у меня все в этом году получалось, чтобы у меня были хорошие отметки. Белорусские мытники не первый год оказывают доброчинную и шефскую допомогу социально-педагогичному центру Кастрычницкого района Могилева. Я выбираю Могилевский центр, потому что я родился в Могилеве, здесь прожил большую часть своей жизни. Мне близок этот край, близок город Могилев и близки эти детки, которые живут в Могилеве, которые могилевчане уже и будут могилевчанами. Поэтому я с удовольствием сюда приезжаю, мне здесь комфортно, мне здесь приятно. Мы понимаем, что дети – это наше будущее, что это граждане Республики Беларусь. Когда-то они займут наши места и будут процветать Республику Беларусь. Ну а для деток, конечно, важно, что в новогодние праздники к ним приходят взрослые, дарят подарки. Все лето головными подарунками от мытников стали канапа и техничное обсталевание. Несомненно, каждый из 23 подопечных отримал заплечники и по 5 килограммов почастунков. Сергей Пеклин, Александр Артемьев, новини региона.